Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в растения против зомби-герои. Задание за растение, и у нас... Кто будет здесь? Ёлки-палки, бессмертие, вопрос жизни и смерти. Так, капитан Огонек, наверное, пока мы тебя не будем брать, а возьму-ка я бабаха. Выбираем и выполняем миссию. Да, я помню бессмертию до этого, которая была. Это, конечно, было люто. Она была боссом, да, уровня, я ее еле прошел. Тут, мне кажется, то же самое будет. Ну что, оставим, наверное, вот такие вот карты с тобой. Тут у нас есть минка, если что. Пока я ничего не буду ставить. Хотя можно было бы как-то сюда влепить. Опять же, она 100% будет на воду выкладывать своих летучих мышей. Так, смотрим. Опять ничего не стало ставить. Тоже пропущу. Ну давай, бессмертие, не жмись. Выкладывай уже, блин, две банановые бомбы. Да что ж ты будешь делать? Тоже купит карты, я, наверное... А, еще и добор делает двух карт. Дождалась, да, халявы? Тогда я буду выставлять, наверное, орех. Нет, не орех. Я сделаю вот так вот. Лужайку поставим с вами, да? С неуязвимостью. Размещает зомби-астронавта. То есть мы с тобой автоматически получим... Ага, получим, да. 4 в лицо, очень приятно, я тебе скажу, очень. Ягода. Ну что, я думаю, поставим сюда мину. А вот сюда я хочу поставить орех. Вытягиваем карту и нам... Слушай, ну неплох, вот этот паренек неплох. Давай смотреть, что он будет делать. Так, зомби получает плюс 3, плюс 3. Вот так вот. Минус один. Ах ты, жулик-то. Смотри. Понижаем, да? Атаку. Блин, 5 в лицо, слушай, это плохо. Давай его мочканем. Так, что дальше нам сделать? Есть такой вот... Ого! Сразу же, что ли, стреляет? Погоди-ка. А как нам лучше сделать? Так, 3 в лицо. Еще 2 в лицо, да? И вот так вот. Блин, я, конечно, тут карт понатратил, будь здоров. Ну, давай я поставлю кактус. Так уж и быть. Что там? Уничтожает мне орех на этой лужайке. А я вот этого шитика сейчас поставлю сюда. Да-да, именно его. Не буду я виноградину ставить. Сейчас посмотрим, что он влепит. Ничего не стал делать. Давай-ка вот так вот. И поставим с тобой, наверное, вот сюда ягоду. Кстати, можно все это дело даже прокачать. Смотрим. Так, размещает бесенка беспилотника. Блин, у нас всего 10 хп. Ну ладно, беспилотника я на следующий ход шлепну. А вот что нам тут делать? Вот в чем вопрос. Да, не очень, конечно, тут хорошо-то все. На-ка, получи. И поставлю мину. Смотрим. Ничего не стало ставить. Это бессмертие здесь. Сейчас мышей 100% сюда по... Ага, зомби создает. Я думал, мышь влепит. Ягода. Ну-ка, пропустим ход. Уничтожает растение 4 или больше. Блин, это плохо. Так, зомби получает плюс 3, плюс 3. Еще? Хорош, ё-моё, блин. Что-то мне это совсем не нравится. Добьем? Блин, мина. Вот, вот кто нам нужен. Твою ж налево, блин. Вот кто нам нужен, я говорю, да? И ставим с тобой вот сюда его. Поехали. Блин, лишь бы не уничтожил. Бонусную атаку. Ребята, фейл. Хотя, подожди, почему фейл? Ну да, фейл будет. Этот сейчас ударит. У нас тут очень много здоровья снесет. Так, этого мы шваркнем сейчас.
А вот этот 2 единицы в лицо даст нам. И вот как нам с тобой дальше быть? Блин, тут надгробия нам не нужны. Да он запалил своим вот этим вот дурачком, блин. Просто запалил своим этим дебильным клоуном. Короче, вот эти надгробия нам здесь не понадобятся. Мы будем сейчас их убирать. Потому что бессмертие не использует зомби с надгробием. Так, давай изменить. Вот это все убираем. К ядрине фени это нам не понадобится. Так, это все оставляем, оставляем, оставляем. Это удалим. Короче, нам нужно что-то такое, что может сразу уничтожать очень сильных зомби. Возьмем, наверное, бомбу вишневую, да? Вишневую бомбу и все. Ну, ягод, наверное, еще можно будет, кстати, взять немножко побольше. Вот таким вот образом. Винограда много нам не надо, потому что тут и так все ясно, у него не особо сильный. Так, вот этого возьмем, наверное, с тобой. Для поздней более-менее игры. Крокодильчика оставим. Фруктовый микс пускай будет. Мины. Мины пускай остаются. Груши. Король кокосовый. Ну, а, еще можем карту же взять. Еще можем с тобой взять одну карту. Вот кого только нам сюда влепить-то еще, а? Может, усилялочку? Для всех зомбарей. Усилить всех зомби. Давай, ладно, добавим. Точнее, не зомби, мы же за растения играем. Усилить всех растений, все. По старой привычке просто. Так, выбираем и поехали. Ну, если здесь это не поможет, тактика, нам придется что-то с тобой другое думать. Может быть, даже играть за огонька или еще что-нибудь в этом роде. Ну, вы что, издеваетесь, что ли? Выдал мне тут фокусы. Смотри, а. Опачки. Сразу же у него есть первый ход. Он меня, видимо, на понт берет. Да? Ладно, чихнем. Может быть, конечно, не стоило тут тратиться именно миной. Вишневая бомба. Я очень рад. Слушай, ничего не стал делать. Ага. Слушай, зомби-астронавт размещает. Ну ладно, предположим, на следующем ходу я поставлю ягоду. Он 100% будет усилять. Так, вот это, кстати, неплохо. Смотри, что творит, а. Ну, хоро... Блин, вот напоминает мне точно вот предыдущего босса, ребят. Тут тоже так же начинал делать. Зомбарей тут выставлять. Потом он мне, наверное, уничтожит ягоду мою, да? А мне, как говорится, и нечем тут бомбануть. Ну, и вот что мне от этого. Ну... Ну, дождик. Ничего я пока делать не буду. Так, хорошо, одного зомби мы с тобой уничтожим, предположим, да? А эти сейчас нам еще тут навтыкают. Пузырь. Ну, давай сюда переместим. У него же есть карта, по-моему, да, которая уничтожает... Которая уничтожает любое растение, которое имеет больше 4 атаки. Сделаем с тобой так, а этот у нас на ландшафте. Сюда его влепим. Надо было вот сюда, конечно, его поставить лучше. А он размещает зомби-астронавта. Все, не угомонится никак, а. Что, минус один получает зомби. Но это не критично, ребят. Вот то, что сейчас 4 в лицо, хотя нет, только 2. Тут же поставил лужайка. Этого зомби уничтожит. Нормуль. Так, прикрываться надо вот здесь вот. Как мы с тобой здесь можем сделать? Выставить крокодильчика или же... Или же вот так вот. Угу. И... Прокачать. Посмотрим. Так, беспи... Именно сюда ставит беспилотника? На шипы не стал выставлять, да? А, ну да, он хочет ягоду уничтожить мне. Я понял. Он уничтожит мне ягоду. Беспилотник взорвался. 4 карты. Так, ну давай я, наверное, поставлю сюда крокодильчика. Больше ничего не могу сделать. Сюда выставляет опять беспилотника. Ему не нравятся крупные карты. Смотри, как он бесится прям.
Что он там? Летучие мыши на воду. Конечно же, на воду он их будет выставлять. Но у меня есть... Подожди, а у них сколько? 1-3? А, нет. 2-1. Можно, конечно, их подбить сейчас. Можно их, даже я бы сказал, нужно. Сделаем вот так вот с тобой. Оп. И вот так вот. 5, 5 и 6. Ну что там, беспилотник у тебя будет или нет? Вытягивает две карты. Блин, у нее еще 5 энергии, как ты видишь, есть. Блин, получит еще карту, а? Началось, да? Одна энергия, сейчас еще 3. Будет 4 энергии. Сейчас выставлять здесь будет. Что там? Минус 1, минус 1. Так, зомби получает плюс 3, плюс 3. Кстати, это хорошо, потому что мы все равно уничтожим этого зомбаря. Что бы он тут ни делал. На тебе. Плохо, что у меня нет карты. Есть только виноград. От винограда мне толку здесь, по-моему, никакого не будет. Но я на всякий случай поставлю сюда, чтобы нас не пробили. У нас мало здоровья. Так, и что будет делать? Ничего, ребят. Наконец. Подбили бессмертию со второй попытки. И это был только лишь первый бой. Значит, бабах нас не подвел. Так, 100 билетиков мы с тобой получаем. И двигаемся дальше. Посмотрим, кто у нас тут. Блин, профессор мозг атака. Причем под каждого противника нужна определенная колода. Вот что я тебе скажу. Поэтому в данный момент колода бабаха может здесь вообще не прокатить. Я, наверное, так и оставлю. Фонарь. Так, ага. Начинается, да? Начинается, блин. Я вот не знаю, стоит ли тратить на этого клоуна. Наверное, все-таки не буду я ничего делать. Пускай наносит урон. Он, наверное, хочет у меня вот эту... О, смотри-ка. Вот это хорошо, что у нас ягода вот такая. Блин, я ее поставить по-разному не смогу. Ну вот с этим вот уже надо разбираться, конечно же. Так, как покачивается, гаденыш. Так, ну у нас с тобой есть на третьем ходу чем, как говорится, этого чудика ушатать. Ох, блин. Ну почему же ты... Сейчас будут прокачивать друг друга, да, по-моему, эти танцоры. Эй, тихо. Началось, блин. Ох, зря я, по-моему, сделал уступки. Надо было бомбить сразу этого. Видишь, он уже прокачался до 4. Вытягивает две карты, естественно, ему нужно делать добор. А мы с тобой получим сейчас... Да дофига мы что получим сейчас с тобой. Защита сработает. Нормуль. Дождик проливной пока мы поддержим. Так, грибок. Нет, ты зря так делаешь. Твою же налево, блин. Полнейшая прокачка идет. Блин, нам... Я даже не знаю, как лучше сделать-то. Фруктовый микс. Не знаю, может быть, этого сдвинуть. Или просто прикрыться нам. Этого, например, опять же, 3 энергии. Фиг знает, что у него там на уме. Ума не приложу, как сделать лучше. Давай так с тобой поставим и... Вот таким вот образом. 3 энергии. Ничего не стал делать. Так, этого зомби ушатываем. И сейчас опять будут его танцульки, 100%. Да, добирает энергию. 5. Нет, вот на этот раз, парень, ты отдохнешь. Хорош, как говорится, прокачался и будет. 5 энергии, что он там, наносит 2 единицы урона. Ага, ягода ему помешала, понял? Ему помешала моя ягодка, и он все делает, чтобы ее подбить. Так, и одно в лицо мы с тобой получаем. Ну что, что нам дальше-то сделать? Танцор фигов появился. Ага, дурик с кукушкой. Ну здесь, наверное, будет немножко попроще, потому что мы можем
этого миксом бомбануть, да? Вот так. Блин, ну подожди ты. Фруктовым миксом. А сюда поставить кактусенка. Ну, один в лицо получим, так. Нет, не один, сейчас сработает защита. Мина, да, ведь нам достанется. Нет, не мина, нам достается пузырь. Придержим пока его. Немножко грустно, что вот этот зомби выживет. Пока. Хотя нет, ребят, бомбанули на 4, все. Так, теперь думаем, что нам здесь лучше сделать. Опять начинается, да? Опять у него начинается. Так, если вы получили хотя бы 6 энергии в этом ходу, вы тянете карту. Вы тянете карту. Давай сюда поставим. Мина. То, что нужно. Сюда. А, и ягодку сюда. Так, еще, наверное, я сделаю шаманство. Вот сюда сделаем. На кактус. О, неплохенько. Так, смотрим. Зомби наносит бонусную атаку. Фиг тебе. Так, у нас мозг атака остался вообще без карт. У него всего одна карта будет, да? Ну а у нас, как видишь, нормуль, так, арсенал. Выставляем вот этого парнишку сюда. И мину. Давай смотреть. Понятно. Вытягивает две карты. То есть добор у него, как всегда, есть. Атакует только одно растение у меня. Пока. Да-да-да-да-да, конечно. Нет, парень, так дело не пойдет. Захотел схитрить. Ага, вот это вот плохо. Это будет нас потихоньку пробивать. На тебе в ответочку. Ну, наконец-то. Наконец-то мы с тобой можем усилить наши ягоды и мины. Еще и вот так вот сделаем. Ой, красота. Мозг атака задумался. Ничего не стал делать, и я думаю, что это роковая его ошибка. Справились. Ну что же, а мы двигаемся с вами дальше. И у нас опять будет час бессмертия. Опять со своими очередными выкрутасами. Что он там будет делать, я не знаю. Оставляем бабаха. Он проявил неплохую, так сказать, смекалочку при втором бое. Потому что на первом мы сфейлились. Так, этого мы пока уберем. Вот здесь вот заменим. Ой, ё-моё, да что ж такое-то, а? Блин, дают какие-то карты. Сколько летучих мышей живет в замке у бессмертия? Она начинает игру с одной, но наверняка их гораздо больше. Понятно, начинается вот с этой ерунды. С летучих мышей. И это мне не нравится. Мне опять некого поставить. Пропускаем ход. Так, бессмертие что-то там опять задумало. Ох, вот это хорошая карта, но пока не могу ей воспользоваться, к сожалению. Начинается, да? Начинается. Нет, ребят, не начинается нифига. Давай я, наверное, так вот сделаю. Хотя лучше бы, конечно, было бы ягоду влепить, но мне надо... Что? Ну что ты будешь делать, а? Ну ты посмотри. Усиляет летучую мышь свою, а? Ну я могу поставить сюда что, кактус? Хотя зачем кактус? У нас есть мина. У нас есть мина и есть ягода. Так, чудило, да, вылез. Ну сюда, естественно, мы ставим мину. А вот сюда я поставлю ягоду. Будет прокачивать, наверное, да, вот этого шитика? Нет, он вытягивает две карты. Но всю энергию потратил, так что... А, этот прокачивается. Так, давай мышек этих уничтожаем. И два в лицо получаем. У нас защита сработает, да, ведь? Окей. Пока я придержу эту карту, не будем тратить ее. Два кактуса у нас с тобой. Ты серьезно, что ли, сейчас вот это делаешь? Ну, слушай, если я поставлю, например, кактус, а сюда... Так не хочется мне тратить мину. Ты, ё-моё, ты смотри, что творит, а? Взял мне ягоду, подбил.
Прокачка, естественно, пошла. Еще делает добор карты. Получается, мы с тобой 4 в лицо получим. Нет, не 4, уже намного больше, блин. У нас всего лишь 9 хп остается. Всего лишь 9 хп. Ну, что я могу здесь сделать? Сюда поставить... Нет. Мы поставим сюда вот мину. Да? Предположим. И сделаем с тобой вот так. Теперь смотрим. Все добор свой делаем. Ну ты посмотри, не успокоится никак она, а? Так, минус один, подхили... А, подхиливаться ей некуда. 5-5. Вот! Друзья мои, дурик этот появился. Блин, сейчас влепит нам. По самое, как говорится, не хочу. Ну вот как вот мне с этим вот бороться, а? Виноградину ставить? Сейчас налепит, налепит, мне кажется, не? Так, можем с тобой вот так вот сделать для начала. У него, он сохранил себе 7 энергии. Зачем, спрашивается? Дождик тратить нам этот? Ну, давай потратим, ну а что? Поехали. Твою ж налево, все, ребята, приплыли. Беспилотника поставил, у него 6 атаки. Он нас распишет. Все растения на земле получают. Да понятно. Опять все-таки этот Гаврюша у него тут появился. И он меня бесит. Да мне кажется, все можно было бы его победить, если бы... Если бы что? Если бы у нас с тобой был бы ранний ход, да? Первый. Ну, у нас есть бомбочка, есть кактус. Все, в принципе, есть. Вот, наверное, вот это уберем с тобой. Тут есть и орех. Так, ягоду, наверное, тоже уберем отсюда. Что-нибудь такое раннее хочется получить. Типа вот мины. Ну, мина, да, действительно хороша. Так, а этот у нас что там по информации? Получает плюс один. Ну, это с каждым разом рев динозавра. Ягод у нас что-то слишком тут многовато. Хотя ягоды, в принципе, очень хорошо помогают. Стоят не очень дорого. И единственное, что нет у них первого хода. То есть они получают вначале урон. После этого уже начинают бомбить. Можно попробовать сыграть вот через вот этих шитиков. Давай, наверное, добавим. Так, а этот у нас что делает? При игре растением, да? Наносит одну единицу урона. Можно взять еще. Так, шипастая лужайка есть. Это лава. Вот так вот я, наверное, сделаю. Все, ребят, попробуем. Да какой изменить? Я уже изменил. Все, давай, поехали в атаку. Да ё-моё. Что ж ты будешь делать, а? Все, поехали, короче. Выполнить миссию. Но если не получится, то не получится. То нам придется, наверное, кого-нибудь другого брать. О, в принципе, неплохо. Оставляем. Оставляем как есть. Летучих мышей я сейчас накажу. Да я знаю, Дэйв, может мне не напоминать. Летучих мышей мы с тобой вот таким вот образом. То есть мы не получаем сразу с тобой урон. И это хорошо. Нам бы до ягодки дожить с тобой. О! Вот что мы можем с тобой поставить. Давай влепим, посмотрим. Будет ли бессмертие отбиваться? Конечно же будет. То есть обмен. Потому что у нас, ну видишь, как все происходит. Ага. Так, ягодка созрела. Поэтому мы будем сейчас с тобой или ягоду, или фонарь. Что будем выставлять? Блин, у него преимущество вот в этих зомбарях. По 3 энергии будет получать, понимаешь? Ну, если я поставлю ягоду сюда, прокачивать будет 100%. Так я и думал, будет прокачивать. 5-4. Ладно, ну предположим, да?
Так, это фотограф. Это у нас фотограф. Мы поставим с тобой. А я могу? Так, я могу вот сюда горечку поставить. Я лучше так и сделаю. Так, а вот сюда мы поставим с тобой еще одну ягоду. Смотри, не так, так, так делает, уничтожает меня, а? Вот ушлепок, вот бессмертие, а? Вот упыриха. Все добором делает, смотри, все, все добор, 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 блин. Ну ладно, этого шваркнем, зомби. Вот с этим надо будет как-то побороться еще. У нас есть вишневая бомба, кстати, она нам поможет здесь. Сколько у нас энергии? 5 всего лишь. Этого мало. Вылез, да, чудило? Так, этот прокачиваться будет или нет? Со способностью команда. Давай фонарь поставим с тобой. И вот так вот. С картами, конечно, полнейшая беда у меня. Уничтожает растения 4 или больше. Кто бы мог сомневаться. И сейчас прокачка пойдет, да? Ну, конечно же, прокачка. Так, минус этот хлопчик. 4 в лицо получили. И минус вот этот вот голодранец. Ага, ага, ага. Поставил, да? Бам, сразу же в лицо мне бросает, а? Давай, наверное, прикроемся с тобой вот так вот миной для начала. А вот этого нам никак с тобой не задержать, к сожалению. На. Еще 4 в лицо, так. Ага, защита. Блин, слушай, пока нам это не понадобится. Вот этого хлопца надо уничтожить. Это однозначно. И я это с превеликим удовольствием делаю. Кого он там выставляет? Вытягивает 2 карты, естественно, боится. Смертушка-то уже близко. Уничтожает мне светильник. Делает себе небольшой подкреп. Вытягивает еще 2 карты. Короче, трындец. Карты за картами просто тянет в наглую. И все здесь. А я тогда сделаю вот так. Посмотрим. Бесенок бесплотник, а он сюда прилетит. Да-да-да-да-да, конечно, ага. Трындец. Но все равно уничтожим. Бонусная атака, это, ребята, ерунда. Бабах, нормуль. Так, а вот теперь думай, что делать нам. Выставлять этого? Наверное, придется нам выставить с тобой защиту. Пускай тратит. Пускай тратит свои карты. Выставляем кукурузу. Она сейчас бомбит тут не по-детски. Вот так вот. Поехали. Че там? Блин, вот из последних сил выживает, а? Смотри. Я больше уверен, что там карта, знаешь, какая будет? Добор. Хотя, кто его знает. Зомби ходит, ничего нету. Я выставляю вот этого парня сюда. Плюс, нет, перемещать пока не будем. Это нам не нужно. Так, летучие мыши, наверное, да? Естественно. Сюда, я думал, ты на воду поставишь их. Они же все равно сейчас перейдут сюда вот. Опс, вот так вот. Вот это дерево хорошо, что оно к себе притягивает. В этом, как говорится, большой плюс. Ну а теперь можно спокойно, наверное, выставлять и защиту. Вот сюда вот влепим. И на воду поставим амфибию. И все это дело вот так вот усилим. Ага. Не нравится, да, ему амфибия моя? Тогда получи. Все, ребят, крышка амфибии. Ой, амфибии. Бессмертие. Ну что, разобрали с горем пополам еще, как говорится, одну версию этой бессмертии. И следующий кто у нас там будет? Что такое? Разыграйте 2 растения на воде. Ага, кстати, точно, друзья мои, у нас же 1150 гемов. Мы же можем с тобой, наверное, открыть какой-нибудь наборчик. Давай, наверное, откроем с тобой набор для вас. Ага, за 1500. Так, да, ребят, я перешел в алмазную лигу, поэтому мне вот тут вот
2800 самоцветов, бонус 4 легендарные карты. Ты прикинь? Это если полторы штуки забашлять. Так, усилитель 2000, ну, у меня не хватает. Давай тогда просто с тобой какой-нибудь набор откроем. Один. И вот какой только. Какой бы мне открыть набор? Тут про... Ну, тут зомби, нам нужно именно на растение. Хочу хотя бы глянуть, что здесь вообще за карты. Так, кокосовый король. Слушай, ну в принципе можно попробовать, да? Попытать удачу, поехали. Мне кажется, тут ничего хорошего не выпадет. Хотя, кто его знает. Так. Ну что, открывай. И поехала. Блин, это все у меня есть. Чуть новенькое хотя бы. О, новинка, ребята. Что это у нас? Охотчьи угодья, понятно. Так, пошли редкие. О, сколько повторюшек-то, ё-моё. Так. Сундук, а здесь? Ага, редиска, это что у нас такое? Дайте легу, ну хотя бы, ну хоть одну. Е, ребята, а что за лего? Ага. Слушай, ну... Ничего себе, у нас тут отряды, ребята, пополнились. Это классно. Смотри. Новая карта, давай-ка глянем, что это такое. Так, плюс один, когда зомби появляется из надгробия. Так, подожди, это же... Погоди, а почему мне... А, тут карты дают и на зомби, и на растения. Вот оно что. Твою ж налево, головорез. Это тоже за зомби. Но мне дали, по крайней мере, брюкву. Проводит атаку на линиях поблизости вместо своей. То есть на две ближайшие линии наносит атаку. Так, а это, по-моему, тоже для зомби. Да, ребят, танцпол для зомби. Кувшинка только для нас. Так, а если не ошибаюсь, гурман ландшафт. Так, нанесение 1 единицы урона каждому растению здесь. Это опять же для зомби, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж ты будешь делать? Ну, ребят, что есть, то есть. Да? Получить. Так, ну что, потратились маленечко. И слава богу. Главное, что легендарная карта выпала. Пускай даже из-за зомби, все равно приятно. Ну, а мы с тобой продолжаем играть за растения. Так, вопрос жизни и смерти. У нас с тобой третий бой. И мы против ржавого разряда. Ржавый разряд. Чем ты нас сегодня удивишь, а? Вот это надо менять однозначно, пока на ранней игре. Опять же, у нас карты подготовленные для бессмертия. Что у нас тут разряд будет делать, пока не знаю. Давай вот эти вот грибочки с тобой выставим. Посмотрим. Так, зомби ничего не стал делать. Странно. Странно, но приятно. Так, шипастая лужайка есть. Смотри-ка, опять ничего не стал делать. Я ее сюда поставлю. Хе-хе. Ну-ка, глянем. Опять ничего не стал делать. Вот это меня уже начинает напрягать. Тогда я выставлю, наверное, ягоду сейчас. Ага, рестлер. Появился рестлер. Мы его, конечно же, можем немножко вот так вот помурыжить. Все, рестлеру крышка. Да ладно, ржав разряд, ты меня расстраиваешь. Ты что-то там, что-то там из-под полы держишь. Кто, кто? Ай-яй-яй, 4-4 становится, да? Ну, разберемся с ней с помощью. А стоит ли нам тратить? Стоит. Нам стоит с собой потратить эту мину. Поехали. Угу, уничтожаем. Зомби-скалолаз. Так, и два в лицо, защита сработает. Карту не стал тратить, приберег. Приберег он картишку эту. Опа-на. Парнишка, блин, нам придется, наверное, с тобой. Ну да, сделаем вот таким вот образом. Поменяли, так сказать, ландшафт, чтобы этот зомби нас не пробил. Мы ему даже урон не наносим, прикинь. Он сейчас будет думать, как уничтожить мне эти грибы, да? Нет, он ничего не стал думать, просто вызвал эту зомбариху. Тогда мы с тобой сделаем вот таким вот образом.
А этому нужно... Нет, не буду ничего пока делать. Так, давай посмотрим. Чего там? Перемещает, блин, кактус, да? И берет еще и карту себе в плюс. Это плохо. Но главное, что вот этот не может нас пробить. Ну и мы тоже ему, конечно, урона не наносим. Да-да-да-да-да, конечно, ага. Так, спортивные зомби получают неуязвимость. Они все, что ли? Понятно. Они, оказывается, у нас все спортсмены тут, понимаешь ли. Блин, давай-ка я, наверное, попробую вот так вот заменить. Угу. Во. Отлично. Так, а здесь... Ну, сюда я поставлю, наверное, ягоду. Все равно другого варианта нет, ребят. Как ни крути. Нам бы пережить просто-напросто вот это все дело. Три в лицо получим, да, это обидно. Так, ну что? Давай смотреть, что дальше. Есть ягода у нас. Что он сделал? Прокачал сейчас, да, этих ребят всех? Ну, если мы этого уничтожим... А как нам тут сделать? Как нам тут с тобой сделать лучше? Давай вот так, наверное, бомбанем. Сюда поставим амфибию. Поехали. Так, что он там восстанавливает здоровье? И больше ничего не стал делать, да? Так, этот наконец-то начал получать хоть какой-то урон. Так, а этот дальше будет прокачивать же? А, нет, смотри-ка, кактус два раза бомбанул. Крокодильчик. Так, тихо, тихо, тихо. Не надо буянить здесь. Опять, да, получает неуязвимость? Твою же налево, блин. И не прикрыть-то никак, а? Тупо пропускать ход, хотя... Ладно, пропускаю ход. Начинается, короче. Жаль, да? В общем, короче, этот чудик у нас помешанный на спорте. У него все зомби спортивные. И причем, как ты видишь, у него все под неуязвимостью. Меня это нисколько вообще не радует, если честно. Давай сделаем вот так вот. Так, а как нам вот этого, наверное? Ну, попробуем через крокодильчика его накумарить. Так, этого минус. Этого мы с тобой тоже ушатаем. Так, орех пока стоит. Стоит и ждет своей участи. Нам достается кактус. Опять. Смотри, что творит, а. Блин, у меня карты так закончатся. Опять неуязвимость. Ты слушай, ты запарил уже, блин, а? Ребят, ну я не знаю, мне... Вот это вот ставить все, честно говоря, вообще невыгодно. Уничтожает растение два или меньше. Смотри, что творит, а. Ржавый, блин, разряд. Все у него на этих спортсменах замешано, а. Пока не будем это тратить. Как же дальше-то делать, а? О! Вот что нам, наверное, с тобой... Поможет пока. Предположим, сделаем так. А дальше что? Микс? Ну, давай микс с тобой сделаем. И поставим сюда кактус. Только вот толк от этого, ребят, я не знаю. Давай уничтожим этого. Блин, никак не могу его подбить, а. Переместить карту. Смотри, еще один спортсмен, а. Ну давай еще этого вызови, чтобы бессмертие получили они. И все. И будет фейл у нас тут. Так, надгробие. Еще одно. Ну я здесь могу только, наверное. Так, давай вот этого сюда поставим с тобой. Нам достается фонарь. Вот сюда поставим. Я не знаю, кто там, ребят. Знаю только, что
Вот этого гаденыша можно подбить. Смотрим. Сумоист. Еще один сумоист. Ага. Предположим. Ягода уничтожилась. У него два сумоиста. Короче, ты понял, у него одни спортсмены. Поэтому нам нужно с тобой... Так, тут надгробие есть, да? Так что есть смысл нашему бабаху вернуть карты с уничтожением надгробий. С уничтожением надгробий. Так. Кого будем с тобой менять? Вот это, наверное, да? Удалить. Где наши там? Тут, кстати, даже эволюция, наверное, неплохо подошла бы. Давай добавить. Шипастая лужайка. Так, давай, наверное, одну ягоду с тобой уберем. Этого добавим. Спортсмена, значит, да, у него? Ну, я тебе сейчас устрою спортсменскую жизнь. Виноград. Виноград, наверное, здесь нам и не понадобится. Хотя стоит его убрать, как знаешь, да? Будет какая-нибудь ерунда. Все, попробуем вот таким вот образом с тобой сыграть. Поехали. Выполнить миссию. Держусь за этого бабаха, как будто у нас больше нет других персонажей. Ну, не знаю, ребят, как-то привычно мне им играть. Вот это вот, естественно, все под замену идет. Все, поехали. Мину я пока не буду ставить, пригодится. В общем, этих спортсменов нужно здесь как можно быстрее чикать всех. Иначе они будут получать неуязвимость и... Так, рестлер, видишь, даже рестлер тут у него спортсмен. Конечно же, выставляем с тобой шипастую лужайку, чтобы сразу его нахлобучить. Ага. Вот тебе и нахлобучили. 2-7. Началось, короче, а. Ну и что мне сделать? Блин, а. Ну вот как быть? Амфибию ставить, а он уничтожен. Давай тогда вот так вот сделаем. Что он там перемещает? Блин, он, слушай, действует как в прошлый раз. Один в один. Так, мы еще сейчас с тобой 4 в лицо получим. Офигеть. Так, выпадает мне ягода. Тут я не знаю кто. Наверное, сумоист больше всего, я вот уверен в этом. Поэтому сделаем с тобой вот так вот. Я поставлю сюда ягоду. Зачем я ее влепил сюда, скажи-ка мне на милость. И больше ничего. Точно, друзья мои, сумоист откинет ягоду сейчас, естественно. И уничтожает растение. А мы с тобой сейчас хлопочем аж 5 в лицо. Нет, не 5, будет поменьше немножко. У нас с тобой сработает защита еще. И кого бы нам уничтожить? Конечно же, вот этого хорька. 12 хп. У него карта маловато, конечно. Этот не спортсмен же, да? Ага. Это, оказывается, спортсмен. Слушай, нам нужно с тобой прикрыться. Хотя бы на первое время, да? Выставим вот так вот. Плюс 2 к атаке. Не имеет смысла, да, ребят, тратить. Чтоб тебя, а? То есть еще 5 в лицо получаем. 7 хп останется. Ай-яй-яй-яй-яй. Что творит? Да нет пока. Как быть? Ну давай я поставлю сюда короля кокосового. Я правда не уверен, что это нам поможет. Хотя, что? Перемещает и опять тянет карту. Он достал своими перемещениями с этими, а? Сюда поставил, почему? Без понятия. Так, мы ушатали этого, да? Если у него такой же есть еще один спортсмен, конечно же он... Ага, вот так сделал. Он сделал вот так, если мы с тобой... Ладно, этого уничтожим. А сюда придется нам поставить. Ага. Там, смотри-ка, там надгробие. Должны же уничтожить, да, по идее?
И то там сумоист был. Так, у нас с тобой еще сейчас работает защита. Должна же, да? А нет, мы его подбили. Так, у него две карты, нам бы продержаться, друзья мои. Продержаться просто-напросто. 100% здесь сумоист. Как пить дать, поэтому уничтожаем. Ну-ка, я прав? Воу! Там, ребята, был Гаргантюа, кстати. А не сумоист. Вот что я тебе хочу сказать. Ну-ка. Будет трепыхаться или нет? Нет. Есть. Вот и все, ребята. Ржавый разряд отдуплился. Отлично, ребят. Получилось все хорошо. Фига он там Гаргантюа спрятал в надгробии. Хорошо, что я взял вот эти вот как раз вот поедальщиков. И у нас с вами последняя миссия. Ну, естественно, бессмертие. Поэтому нам придется с тобой опять менять карты. Убираем отсюда могилоедов этих всех. Потому что без них тут справимся. Так, где у нас там с эволюцией-то? Вот он. Убрать. Здесь опять же будут летучие мыши. Поэтому, наверное, есть смысл вернуть виноградину на место. Так, карты, которые у меня самые такие максимальные. Давай добавим. И последнего, кого же взять? И вернем ягоду. Вот таким вот образом мы с тобой будем драться. Ну что, поехали? В плане, я же выбрать написал. Выполнить миссию, все. Опять же сейчас что-нибудь да будет. Наверное, там два отряда летучих мышей будет, да? Или еще что-нибудь. Ну, я оставлю так, как есть. Я этих летучих мышей смогу сразу наказать бомбочкой. Становится опасно. Бессмертие начинает игру с летучими мышами и плюс 10 единиц здоровья. Хорошо хоть, что вы начинаете с одной единицей солнца. А, вот они что мне сделали, да, привилегию. Ну, давай посмотрим, поможет ли мне это вообще. Преимущество такое. Ягоду будем сейчас выставлять. Ход зомби, смотрим. Ага, ага. Я понял. Так, зомби получает плюс один, плюс один. Еще прокачку автоматически, да? Так, начинается, короче, в России утро. Это что за шитик такой тут выпал мне? Блин, начинается. Так, я могу вот этого уничтожить миксом, да? Фруктовым. И вот сюда вот так переместить. Надеюсь, не уничтожит? Конечно, уничтожит. Уничтожает пораженное растение. И опять же карту себе хапает. На халяву, а? А мы два лицо получаем с тобой. Груша. Нельзя скушать. Блин. А я могилоеда всех убрал, да? А я всех могилоедов все убрал. Ладно, давай поставим с тобой грушу вот эту вот. Даже если там сумоист, он сможет только одну грушу убрать. Ага. Щекотун, который дает энергию. Где-то я уже это видел. Зомби получает плюс 3, плюс 3. Офигеть, 5, 4. Дело дрянь. Дело дрянь, потому что у нас с тобой 13 хп всего остается. Есть вишня. Ага, ага. Но это мне не поможет. Потому что мы всего лишь 4 единицы урона можем нанести. Давай попробуем так сделать, фиг с ним. Слушай, опять кто-то там, а? Кто это у нас там? Так, удаляется автоматически, блин. Так, 7 в лицо, да, мы получим сейчас. Вот так вот он разбирается. Что он там еще делает? Что-то там задудел, непонятно что. Никого не стал ставить, странно. 6 энергии. Размещает бесенка. Все, ребят, крышка. Слишком быстро нас как-то тут расписали. В общем, короче, надо возвращать могилоедов. Ты видел, да, что он выставляет могилы? Я-то думал, что не будет. Поэтому и могилоеда вернем с тобой, и вот этот, который у нас под эволюцией тоже уничтожает надгробие. Его тоже мы с тобой возвращаем. А убирать будем кого? Ну, во-первых, шипастую одну лужайку, она нам не нужна. Микс тоже можно один убрать. Так, кактусята пускай будут, это будет. Где у нас? Вот он.
Могилоед один. Второй. Так, это оставляем. Так, давай-ка мы, наверное, уберем отсюда вот этого, а вот этого добавим. Вот так вот попробуем. В принципе, ничего там сложного нету в этой бессмертии. Это намного легче, мне кажется, чем... Да что ты, елки-палки, выполнил бы миссию. Чем тот босс, с которым я дрался, который на призраках был. Здесь как-то, мне кажется, будет полегче. Но опять же, загадывать не будем. Так, мину оставляем. Здесь меняем, меняем, меняем. И опять какая-то ерунда мне тут выпадает. Чтоб тебя... Ну, ладно, мину я поставлю. Фиг с ним. Мину я сюда поставлю. Уничтожим мы с тобой этих летучих мышей. Ага. Она еще размещает одних, но только уже на воду. Вот это будет хуже, конечно. Потому что на воде у меня... На воде у меня некому их достать. Дают только лишь мину. Синтез. Синтез, это понятно все. Так, еще два в лицо. Блин, дают гриб. О, блин, у меня энергии нету. Так, сумоист или кто? Как думаешь, кто здесь? Щекотун, который дает две энергии. Что он там? Размещает зомби-астронавта. Он немножко по-другому совсем стал делать. Все абсолютно по-другому. То есть еще четыре в лицо. Нам сейчас светит. Ладно, этих я уничтожу, да? С помощью кого? С помощью вот этой ягоды. Давай вот так вот сделаем. Мыши просто нервируют. Четыре энергии, что там? Ай-яй-яй. Смотри, что делать, а? А это что за интересное такое растение мне досталось, а? Конец хода уничтожает случайного зомби с, и размещает там справика. Хо-хо-хо. Ну а если я выставлю вот так вот? Странно. Очень странно. Так, я это оставлю, это пригодится. Блин. Этот у нас делает что? Рикошет. Так, этот хлопчик сейчас пойдет вот сюда. Вот сюда он пойдет. Нам бы его как-нибудь ушатать бы. Переместите растение, вытяните карту. Так, одна единица энергии. Я не знаю, что там у него такое находится. Но я, наверное, поставлю сюда фонарь. Рикошет зомби. Рикошет зомби. Наверное, не будем пока с тобой ничего здесь делать. Блин. Давай вот так вот. И вот так. Поехали. Так, ну этого... Оп, накумарили. Этого уничтожаем. Три в лицо. Смотрим дальше. Ну давай, бессмертие. Как обычно, да? Добор мозгов. Что-то хочет крупное, судя по всему, поставить. Ну, естественно, 6 в лицо сразу автоматом. Бамс! Зашибись. Что мы можем с тобой сделать? Переместить растение, да? Мы можем с тобой. Вот сюда. Опачки. Или же нам лучше... Я не знаю, как тут лучше сделать. Как лучше сделать? Так, плюс 2 к атаке. Давай. Вот так вот. Ну и этого голодранца тоже уничтожим. Поехали. Так, тут уничтожаем. 10 в лицо он сейчас получит. У него защита, правда, сработает. Нет, не сработало. Смотри, уничтожает пораженное растение. И карту берет, конечно же. Жалко деревце. Такое хорошее было, милое, никому не мешало. Чё-то ничего не уставляет, а?
Странно. А в чем проблема? Что там задумал, а, опять? Бессмертие. Ты хочешь прокачать, да, его? Чую, ты хочешь его прокачать. Ну-ка, еще один орех. Еще себе. На орехи нам везет. Даже вот такой вот нам выпал. Ну, пропустим, вот, посмотрим. Так, зомби получает +1/+1. Естественно, прокачка сразу же. Наносит бонус на атаку, ты посмотри. А он не думает, что мы сейчас просто накумарим его вот с этими двумя орехами и все? Нет. Прикрыл свой зад. И он хочет сейчас прокачать. Он прокачивает свои растения. Ребята, все, фейл. Почему фейл? Смотри, он сейчас этого чудика прокачает. У нас с тобой 6 хп всего лишь. Ну ты прикинь, ну чё, смотри, что он делает, ё-моё. Ребят, ну это разве справедливо? Смотри, и как? Как тут мне его интересно подбить? Жесть. Просто жестко разобрал, и все. Вот так вот он меня ушатал. Поехали еще раз. Офигеть, сколько у него было этих заклинаний. Да удури просто-напросто. Какого-то лошпына взял и прокачал по полной программе. Так, кукуруза, уйди отсюда, не нервируй меня пока здесь. И видишь, не в духе, блин. Поехали. Трындец. Да, Дэйв, успокойся тоже. Начинаешь на нервы капать мне. Видишь, блин, как все тут бесяво, блин, происходит. Так, мышей этих уничтожаем, это понятно. У меня нет второго хода, к сожалению. И что вот они мне дают, да? Преимущество дали мне. 3 энергии тебе. Да мне от них ни холодно, ни жарко. От этих 3 энергий. Преимущество мне показали, типа, ага. Ну и что, вот кто там? Там сумоист. Нет, там щекотун. 2 энергии, которые получает. Что он там делает? Ну вот, начинается вытягивание карт. Так, ладно, этого хорька мы уничтожим. 5-4. Но. Ну, давай мы с собой переместим. Ну, вот сюда, предположим. Пропускаем ход. Естественно, кактус мой атаковать не может, потому что он без атаки. Миксы. Но этому-то крышка. Это однозначно. Я его... Думает, я ему вот так вот просто позволю здесь. Нет. И атаки у нас с тобой не будет. Так, дальше что? Кокосового короля призвать, может быть? Ну, как вариант. Поехали. Можно было бы, конечно, эволюцию сделать. Но фиг с ним. Так, бессмертие задумалось. Ага. Беспилотника вызывает. Ведь знает, куда ставить, а? Где моя шипастая лужайка? Вот объясни мне, на милость, а? Так, орех. Давай поставлю сюда орех. О, неплохо, грибок. Так, а куда мне этот грибок поставить? Нет, я лучше вот так сделаю. Во, так будет получше. Вот теперь пускай сидит и думает, что сделать. Так, наносит бонус на атаку. Ведь додумался же, а? Чё, +3/+3? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эй! Ты можешь успокоишься, блин, а? Хмырь, блин. Ты смотри, чё сделал. Жесть, а? Да это... Сейчас этого будет еще, да, прокачивать? Блин, как мне сделать? Как мне сделать? Если я, например... Так, попробуем переместить сюда. Как уж. И сделать вот так. Блин, у меня 2 хп всего лишь. Сам думай. Чё он там? Ага, -1, -1. И сейчас уничтожит, да? Повреждённое растение. Нет, он делает немножко по-другому.
размещает зомби-астронавта. Ты заколебал, а? Зомби получает +1, +1. Он прокачивает вот этого гаврика. Смотри, что он делает. Просто жестью занимается. Он все карты практически слил. Кактус не уничтожит, да? Грустно. А вот теперь сиди и думай, как нам тут защититься. Если мы, предположим, поставим сюда мину. Это раз. Поставим с тобой вторую мину. Это два. Это два. Слушай, может быть, нам этого... Блин, я не знаю. Ладно, я рискую, ребят. Сделаем так. И... вот таким вот образом. Не знаю, что из этого получится. Что он там... Ага. На орех все-таки решил, да? Наехать. Так, минус этот беспилотник. Этому сейчас три в лицо. Так, у него 3 хп остается. Так, не дай бог ли... Что там? Создает зомби? Аквалангист фигов. Ага, правильно, так ему и надо. Вот кто меня напрягает. Вот этот вот меня парень просто вымораживает. Не дай бог он сюда вот кого-нибудь поставит. Это будет крышка, друзья мои. Че, посмотрим, что у нас из этого получится. Так, на тебе. Блин, добить вот этого говрюшу нужно, понимаешь? А у меня 2 надгробия, ни туда, ни... О, хотя бы так. Блин, ну-ка давай сделаем вот так. Кто там, сумоист что ли? Нет, щекотун был. И сделаем вот сюда. Все, ребята, смотрим. Фух. Да неужели, блин, мы ему сейчас, по-моему, навтыкаем по полной программе. 4 хп у бессмертия. Лужайку мне дали. Вот сюда я поставлю. Соответственно, мы с тобой бессмертие. И, соответственно, не будем терять здоровье. А ему крышка сейчас. Летучих мышей сюда выставлять. Правильно, выставляй, конечно. У меня чувак этот неуязвимость имеет. Он выставляет мне. А, мы еще тем более перетянули. Все, ребята. Взбесило меня это бессмертие. Но, если честно, она была попроще, чем, я тебе говорю, первый босс, на котором я очень долго стоял, который был с привидениями. Но здесь попроще. Так, а у нас следующим будет это ржавый разряд. Конечно же, будем проходить его уже в следующей серии. А на этом все, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.